Иди с Богданом играй. А сейчас где в руках? Чао. Ой, Никита, пожалуйста. Вась, фотография. Только ты подпиши, что это. Да я тебя забыла спросить. А, точно. Я просто первый раз в жизни пила такую водку, что я после нее типа я не кривилась, я не хотела ее сразу запустить или запить прям вообще. Водочка. Она не режет, замолется. Хрустящий человек сверху. Сыру. Не пьяница, не откажу. Мы когда с Никитой познакомились, у меня не петь, типа, не я себе. Когда еще шторм, ну как сказать, ну климат разный. У нас в городе было, когда шторм, там, я не знаю, как это объяснить, Нет, он на рейс есть, а это просто ставит, ну, преграда, чтобы не размывало это все, эту плитку, это все там. Короче, как сказать? Я засняла это. Сам от кости можешь. Да, с хилинг и после. Да. Богдан, дай пойду руки сполосну, бать. Эй, чекай. Я кал. Well, this is how Russian birthday looks like. A bit here. Crab salad, marinated onions. Ooh, печеная паприка. Some veggies. Some salad, mushrooms, cake, and roasted fucking potatoes. It's not focusing, but anyways, looks delicious. Лику на память. Давай. Это мама собаки. И когда ты сказал, хочешь? Да. Похоже, жара. Не, я не. Паприка
эту думачку. Там. Пасла. Смотри, то там как Ксения доедешь. Тебе треба ешь чаши, Даниэла, за воду или ну, да, треба не жива. Ну, слуха, пьяна. Не могу дойти до суши. Что мне добила некая лишняя, каушума и лишняя. И я имела, может, 4 или 5 годов. Да, на славе диван, да. Диван дан, диван дан, роден дан, роден дан. Жива! Да, 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 обожаю. Ну ладно. Иди ко мне задувай, ты иди ко мне, ты задувай. Иди. Ну вот исто, я не знаю, кто... So nice, I mean, Vlad and Danilo at home. And I'm like here, spending my quality time. Looking good. What? А что было? Я не такая, сейчас трусики начнут. А это непонятно, что я. Well, anyways. Anyways, having a good music, Russian music. Still celebrating, drinking wine. I'm like feeling so relieved that I finally having time just by myself, without my husband, without my son, like just by myself and not caring about anything, just don't give up anything. So happy, just like a reload, you know. Awesome. А как это открывается? Как это работает? Там на пазлы засадили их. Да. Пытались. Ну это же все. Скандал-то это ж из политических соображений был. Дебата? Да. Это все, ну то есть типа говорит все правильно. Не то, что там. Есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые не поддерживают. А есть люди, которым похуй. Я иду нахуй просто. Вот. Нет, подожди. У нас-то больше уже было. Вот это по песне у меня ассоциировалось с тобой. А ты знаешь, что он, оказывается, в Израиле полтора года работал на каменоломне на какой-то? Да, они очень долго жили.